Друзья, ну сразу сходу так кажется непонятно, зачем выложен ролик, но здесь вся соль в конце. Пожалуйста, послушайте, как рвануло заднее место одному из взыскателей. Алло. Алло, Виктория Павловна, здравствуйте. Да не она, здрасте. Что? Не она, говорю. А вы послушайте, Ромаскую, Виктория Павловна. Ну, звоните туда. Ну, я звоню на ее мобильный телефон. Ну, надо-то чё? Что? Надо-то чё? От Грибовской Виктории Павловны, чтобы она решила вопрос в компании «Доброденьги». Информацию можно передать ей? Какую? Чтобы она сегодня подошла в отделение. Ну, звоните ей, чё мне звонить? Ну, я звоню на ее мобильный телефон, который она указала. Ну, попали на меня. Представляете? Еда какая. А вы кем приходите-то ей? Я уже говорил вот об этом вопросе. Что? Я уже говорил. Я с вами впервые разговариваю. Вы мне, Карен, за комментарий почитайте. Я вижу комментарий перед глазами. Ну, все, читайте его. Там все написано. Я читать умею. Но только номер телефона подтверждался нашим клиентом, Виктории Павловной. И что? И все. Ну и все, ваши действия. Передавайте информацию. Пишу. Еще раз вопрос. Пишу. Алло. Да-да-да. Что-то, конечно. Господи, глупые такие. Пишу, говорю, информацию. А, мы все-таки решили поумничать. Мозгов хватает только на оскорбление, что ли, там, с утра? Без слов, я же тебе говорю. Я пишу информацию, диктую. Мозгов хватает на то, чтобы тыкать только, что ли? В розетку подойдите и тыкайте. Перепутали там, что ли, совсем? Да, я перепутал, что-то. Я говорю, Гробовской информацию передаем. А то смотрю, все блатные с утра. Разговаривать они научились. Ходите, побираете по микрозаймам, потом блатку гоните. Что ты орешь-то? Я говорю, информацию передаем. Какую овца? Друзья, ну, вот так вот, блатата, с утра, побираетесь. Какое тебе к чертовой матери дело, кто что делает по утрам? Ты вот думаешь, на достойном месте с утра пораньше сидишь? Ну, ошибаешься. Ладно, здесь ничего комментировать не буду. В описании ролика, кому интересно, посмотрите необходимую информацию. Ну и всем счастья, здоровья. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». До свидания.